Это у нас кто? Мазда? Три. Мазда 3. Матрешка, так называемая. Вот. Тут тоже град, 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 град. А твоя тоже в центре, да, стояла? Да, возле института стояла. Все то же и все так же. Но единственное, что... Твоя получше. Металл. Тут металл капризный на Мазде, мягкий. Ну вот на Мазде на тройке, вот они, вот они, такие вот штучки. А вот это какая-то приколюха. Вот эта ручка, непонятно, как она там вставлена и как она там сделана. Вот. Ну и самый главный прикол, это здесь двойной металл, как мы видим. Тут практически в свободном доступе там 5-6 спичечных коробков, не больше. Остальное все двойной металл. Вот так. Так что вот. Вот он сюрприз. Мы не русские, что ли? Да, у нас все разборное. Вот они заломы. То есть залезть и с обратной стороны вот отсюда рукой его выдавить. Он тут на защелочках. Вот. Раз и все. Да. 4 защелочки. И вот так он дрынь. То есть его... По ну, сути по дела, выламывать вот так. Сюда, да, выламывать вот сюда, сверху вниз, как бы. И он провернется. Вот так. И будет вам счастье. Ну ладно, что делать. Сейчас попробуем. Он, конечно, пойдет. Как мы уже видели, тут с двумя меднами вот такого варианта крючки подходят. Вот. Сначала я согнул вот здесь. Потом вот он загиб виден. Потом вот он, теперь вот он. И вот так, вот такую вот часть я достал пока. Дальше будем смотреть, что можно дальше сделать. Вот уже сюда такой крючок не достает. Вот, потому что он вот, его работа вот до сюда. Ну, зато вот мы видим, вот они вмятины есть. А здесь все чистенько, да? Металл, конечно, противный. Ну а куда деваться? Вот так. Вот они вмятинки. Где не дошел я. Вот так заходит у нас инструмент. Как раз вот. Сейчас почему не хватает? Вот здесь загиб, а надо делать его еще подальше. Там не достает чуть-чуть, миллиметров 10-15.